это не я. Да нет, это вы. Вас прическа выдала. Да блин. Но все равно твой пес у меня. И ты больше никогда в жизни его не увидишь. А ну верни, Билли! Киба! Она сбежала! О нет, Билли! Куда она могла его забрать? Она оставила маску! Киба, искать! Вперед! За ним! Он приведет нас к страшной училке! Побежали! Иди, открывайте! Заперто! Открывайте, Мистер, мы знаем, что вы там! Вы там! Вашими духами воняет даже тут! Ничего я не воняю! Ага! А ну, открывайте! Главное, Билли верните! Он мой заложник, понятно? Жирники, улезай. Походу, нужен контейнер побольше. А ну, тихо! В этом песике ни одно видео... Ой, то есть... В этом видео ни один песик не пострадал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Лав. Тихо, я вам говорю, он мой заложник. Если вы не выполните мои условия, я вам его не верну. Какие условия? Вот я подготовила список. Не пролезать. Толстый, как ваш пес. Ого! Ого! Никаких животных? Уроки будут до 9 вечера? И сидеть в смирительной рубашке? И никакой столовки? Вы не согласны! Тогда не видать тебе твоего пса! Надеюсь, она сделает все задания, тут тяжеленькие. Таскать-то тебя! А ну открой! Что мне делать, Лиза? О том же, о чем и я? Да, мы по вентиляции проведем воду. И когда вода наполнит класс, училка задохнется и мы спасем Билли. Нет, я хотела по ней проползти в класс. А, тоже идея. Но если что, у нас есть план Б. Ну что, ползем? Не-не, стой! Ты будешь следить, чтобы она не убежала из класса. Хорошо? Умница! Ты чего остановилась? Дальше никак, там узко. Тише. Куда ж тебя спрятать-то, а? Уехали! Ты! Я ничего не вижу. Дай глянуть. Я тоже ничего не вижу. Ой, как же нам посмотреть? Нам надо сделать перископ. Но жалко, что у меня нет картона, скотча и зеркала. Так у меня есть. Вот. Лиза, откуда? Папа всегда говорит, Лиза, носи с тобой скотч, картон и зеркало. Ну, мало ли что случится. Отлично, сделаем вот так. Для телескопа нам понадобится зеркало, скотч, ножницы и картон. Теперь нам нужно сделать вот такую вот конструкцию. Чтобы отмерить, берем зеркало и отмеряем. И еще раз. И так нужно сделать 4 раза. Теперь на этих отметках сделаем сдвиг.
Когда у нас получится вот такая вот согнутая конструкция, ее соединяем с помощью скотча. Для этого телескопа подойдет любое зеркало, желательно маленькое. Потом мы вырезаем отверстие снизу и сверху, чтобы в конце получилась вот такая вот конструкция. Схема будет показана здесь. Теперь наше зеркальце клеим вот сюда. Можно приклеить либо скотчем, либо горячим клеем. Я клею скотчем. И вот сюда. Та-дам! Вот, готово. А с помощью телефона увеличим. Вот, спасибо. Ого! Ага. Я, кажется, придумала. Положила ее в коробку на самый верх. Ну как же мы его спасем отсюда? Надо придумать план. Так, первое. Нужно зацепить рацию на Билли. Так, он сможет слышать мои команды. Далее мы спустим его с коробки вниз. Но как он сбежит из класса? Там же Мистив. Для этого он спустится к нам. Тебе не кажется, что он слишком жирный? Ты имеешь что-то против Билли? Мы его хватаем и потом быстро бежим домой. Как тебе мой супер крутой план? Ты правда так плохо рисуешь? Приступаем к плану. Теперь надо закинуть его в Билли. Для этого я возьму свою рулетку. А откуда она у тебя? Мой папа всегда говорит, бери с собой картон, скотч, зеркало, рулетку. Кто знает, когда пригодится. Билли, ты меня слышишь? Прием! Прием! Работает! Теперь надо спустить его. Может, скинуть коробку? Если мы скинем коробку, то Билли разобьется. Было бы здорово, если бы мы смогли сделать что-то типа тарзанки. От коробки до учительского стола. Ну как мы это сделаем? Надо же зацепить веревку и привести ее к столу. Дай-ка. Точно! Рядом с коробкой есть веревка. Надо зацепить ее на училку. Да и я. Билли, голос! Так я не поняла, и кого ты сказала тихо? Что в школе находишься, ты библиотеку не там? Давай аккуратно. Нет, ты молчи, Билли, голос. Делай что-нибудь, она заметит рулетку. Не может быть просто, грустно и одиноко. Так-то вот. Дела, замолчал. Гав, а ты странно гавкать стала. Хотя какая разница?
задница, молчать! Зацепила, фух. Надеюсь, работает. Отлично, работает! Я же профи. А Вовочке будем оставить двойку. Есть! Билли, прыжок! It's time to be the hero. А ну повтори. Пойдем выйдем, а? Так, так. Господи. Лучше туда, сам скотч засунь. Там, и зацепи. А-а-а. Ты гениальная. Бля. Вот, дед, когда ты будешь какать, я знаю, куда ты прятаешь. Да, и он не пострадает. Поднимайся. Вот они, скажи, балбесы, короче. Боишься?